Друзья, всем привет! Прежде чем мы перейдем к следующему разделу в случайных картах, вот этого вот, давайте, помните, я вам обещал, что мы пофанимся на тренировочной карте? Давайте вот пофанимся. За какую команду? Давайте за Пегистройку. Пусть все так остается. Да, мы играем тренировочную миссию, и сейчас здесь будем развлекаться. Интересно, если мы убьем хряка на минном поле или еще что-то. В общем, сейчас будем все смотреть. Так, поехали. Пока у нас ничего нет. Так, взяли, да, винтовочку. Что у нас тут? Так. Так, так. Это пока что штык. Там цели, я так понял, пока нет. Но пролазим, посмотрим. Да, пока нету. Давайте просто пройдемся. Так, 50 жизней. Здесь есть место, где мы сможем подняться. Надо его... Ну, не здесь оно. Интересно, если провалить тренировку, да? Давайте попробуем забраться. Но здесь, наверное, пока не получится. А вот дальше там... Сейчас еще вначале посмотрю, что... Вот здесь, кстати, может получиться. Если очень постараться. Попробуем. Давай. Вот как-то так вот бочком. Чтоб хряк не включал этот режим. Да, вот этот. Сейчас будет... Сейчас попробую. Так, соскальзывает так. И даже так соскальзывает. Ну почти. Надо поймать момент, я думаю, что мы допрыгнем. То. Эх, чуть-чуть не хватает. Буквально совсем чуть-чуть.
Так, ладно. Ладно. Мы все равно проникнем. Кстати, интересно, эти ворота ломаются. Туда, куда нельзя раньше времени. Давайте уничтожим эту цель. Уничтожим ее сзади. Так. Now, get your rifle out by using the circle button to get your skill menu out. Давай, ты сможешь. Во, вот здесь можно. Сейчас мы уничтожим с этой винтовки, интересно. А, не осталось у нас ее. Ну так нечестно. Ладно. Открывай. How's it hanging, blood? Без прицела. Relax. I'll do it now. А? Just say the word, that's cool. Без прицела. Be red or be not red, which is dead. Наверное, со снайперки буду без прицела сейчас стрелять. Лучше, чем с прицелом. Так. По поводу гранат. Можем ли мы забросить их туда, но надо здесь вот так сделать. Разломать тот домик. Во. Так, а что у нас там? Battle is swinging, yet. Сейчас я его сломаю. Hold down the X button to build up the power of your shot. When the grenade is near the target, press the X button to detonate. I look very good with this weapon, yet. How's it hanging, bud? Себя гранатой пока не взрываю. Чняк. You guys shoot me next, huh? Нет, 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 baby. Ломаем теперь эту штуку. This I am enjoying, daddy cool. Just say the word, daddy How's it hanging, blood? Don't forget,
Hold down the X button to build up the power of your shot. When the grenade is near the target, press the X button to detonate it. Word up, citizen. Prepare for a banging time. Door squeaking, eh? Now, have a look in the building and see what you find. Гранаты забрали. За что? Ну, в общем, вот так мы обошли эту часть испытания. Можно так это сделать. Я собирался еще разломать ту дверь. А цели остались здесь. А гранаты забрали. Прекрасно. Все? Запороли? Да, похоже на то. Так, ну вот и... Вот и первый способ упороть миссию. Так как у нас атаковать нечем, то... Где мой рестарт? Почему нет рестарта? Не прошел тренировку. Нельзя такого выпускать на прохождение. Так. Сейчас мы попробуем взорвать себя гранатой. Notice, a pickup is a little brown dot on your back. Let's flip now. The bayonet only works when you're told. Lovely work. Now, follow the yellow path to the raft. Wait, collect your new equipment. By the left, march! Давай быстрее. Now, hit your rifle out by using the circle button. The standard rifle fires a single bullet in a straight line. Да, кстати, мы можем себя прямо из винтовки убить. В принципе, можно и гранат не ждать. Снежинки остановились, снежинки начали двигаться, как больно, а? Потом вот докажите, что они чучело нас убили на тренировке. Будете отвечать за новобранца. Который в части здесь умер. Эй, чил, комрад. Battle is swinging, нет? И? Да зачем мне это одна жизнь? Я теперь что, ковылять должен? The Red Army rocks. О, не задом. Кстати, когда ковыляет... Наверное, задом также с такой же скоростью. Как вы себе представляете? Well, this is way cool. Nice marksmanship. With the next weapon you can shoot the eyelashes off a gnat at 40 paces. The basic principle of this weapon is exactly the same as the standard rifle. Only now it would automatically zoom in. Ну, ковылять неприятно, честно говоря. Но если я не умираю, то я тогда и поплавать там смогу от души. Так, а могу ли я гранатой себя взорвать? Press and hold the X button to set the amount of power you want to meter at the bottom of the screen. You can press the X button again to detonate the grenade. Remember, more power equals more distance. So what are you waiting for then? I am, how you say, da boom. Давай, я хочу минное поле разминировать эти. Good work. Now, follow the blue path around to the water range for a bit of secret training. Так, друзья, ну, к сожалению, здесь придется пострадать чуть-чуть.
столько пришлось перенести нашему парню. И взрывы гранат. И выстрелы. Давай, давай, до минного поля уже недалеко. Так. Now, the knees have a bit more to them than meets the eye. If you get one out, set a flat angle using the R2 button and clear the power, and it will skip across water like a stone. Destroy those targets on the far side of the water. Давай поплаваем. Try not to fall in. It'll be a while before you're hard enough to try that. Не плавает, выплывает. Ах, так неинтересно. The Red Army rocks. Relax, I'll do it now. И ход заканчивается. Hey, chill, comrade. And forget. Hold down the X button to build up the power of your shot. Oh, nice throwing action coming on there. Now for a bit of exercise. Follow the purple path and climb over the gate. Так, там аптечка мигает. Вот тут. Можно попытаться сразу туда проскочить. Вот так. И здесь у нас уже конец миссии, как бы. А теперь попробовать по этой стене добраться в начало. Так, она заканчивается, но есть еще вот вторая стена. Я хочу вначале посмотреть за той дверью. Можем ли мы туда добраться или нет? Жаль, нет оружия никакого. Да, вот тут они вообще не подрасчитали, что будут ребятки залезать. Хм, на этой стороне сложнее. Ну ничего, ничего. Ну да, там вот есть такой кусочек, который упрощает. Но мы сейчас попробуем вот так вот срезать. Давай, давай. О! Стоять. Все, порядочек. Теперь туда. Сколько всего интересного на тренировке, а? Нестандартного, когда... Ты нестандартно это делаешь. Вы бегали когда-нибудь здесь? Так, а я могу туда побежать вообще? Ай-яй-яй, тупик. Да как, я хотел за дверь попасть, слушайте. Получается, туда никак. Эти стены, они никак не... Ай-яй-яй, не нравятся мне такие расклады. Обидно. Сущий. Туда. Может там. Там соединены. Там, наверное, тоже конец карты будет. Ну давайте посмотрим. Нам еще предстоит веселое разминирование минного поля. Так, да, если... Сейчас попробуем. Just say the word, Daddy-O.
Вот интересно, можно запороть так хряка? А, тут тоже конец карты. Тогда, тогда грусть. Если с той стороны упасть, и в воду вы будете лезть, он будет постоянно на тот берег вылезать, и вы все, там стена. Упретесь и уже дальше не пройдете. Думаю, что можно. Ладно, пойдем разминировать минное поле. Нормально мин наложили. Да, тряхни штанишки, нам еще много работы предстоит. Chill, comrade. The Red Army rocks. Давай, давай. Эй, чил, комрад. Качественно заминировали. The Red Army rocks. Так, ну я не надеюсь, там мины заново не появляются. Я тут старательно произвожу разминирование. Ну, что-то мне подсказывают, что они генерятся там. Посмотрим. The Red Army rocks. О, так тихо, тихо, тихо. Я думал, меня закинуло за карту, только не выкидывайте из миссии. По этой стене рассчитывал дойти в начало. Всячески туда забрасывает. Говорит, иди в начало, к воротам. Эй, чил, комрад. Ну, много здесь мин как-то. Очень много. The Red Army rocks. Совсем рокс. Эй, чил, комрад. Так, вот эту часть мы уже должны были основательно разминировать. Red Army rocks. Да, бессмертная свинья, это весело. Эй, чил, комрад. Не, вроде не появляются, но как их много. Red Army rocks. Пацаны хорошо заминировали вообще. Эй, чил, комрад. Давайте сюда походим. Так, куда тебя вышвырнуло? Не туда, куда надо. The Red Army rocks. Эй, чил, комрад. Не, наверное, какие-то все-таки появляются, но был я уже на тех местах.
Этой штукой я взорву не дверь, а себя. Уж веселее гораздо, а потом бункер этот. И таблички эти можно заминировать вот эти. Ой-ой-ой-ой. Подальше зато от динамита отошел, чтобы урон не получить. Эй, чил, комрад. Ничего себе, табличка мощная стояла. Слушай, давай вот так, чтоб меня туда отбросило на минное поле, а то я идти дольше буду. The Red Army rocks. Нет, внутри типа взорвалось, но давай вот так. Эй, чил, комрад. Red Army rocks. Так, ну я больше всего хотел попасть туда за ворота. Как выяснилось, туда попасть нельзя. Убить хряка тоже нельзя, к сожалению. Эй, чил, комрад. Давайте взорвем эту штуку. The Red Army rocks. Эй, чил, комрад. The Red Army rocks. Эй, чил, комрад. Не-не, минируем. Во. The Red Army rocks. Так, теперь за аптечкой. Эй, чил, комрад. The Red Army rocks. Рокс, рокс, успокойся. Эй, чил, комрад. Сейчас еще здесь. Здесь еще по-любому много. О, кстати, динамит может помочь нам залететь за ворота. А это идея. А давайте попробуем, друзья. Так, идем сюда. О,
Это ж совсем другой разговор. Эй, чил, комрад. Вот тут по-любому перелетим. И будет чил, комрад. Комрад. Давай. Ай-яй-яй. Все-таки я попал куда хотел. Точняк. Были здесь. The Red Army rocks. Тут как бы конец карты, вот дорожка даже есть. Чтобы отсюда начать. Давайте попробуем поминировать ворота. Какое-то количество раз. Может попробовать хряка как-то за карту выкинуть? О, это, а это мысль. Вот здесь, например, можно попробовать. Хотя здесь довольно большая граница, но все равно. Вот так. Улетай за карту. Ну давай, 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 давай! Его телепортируют! Я думал, мы сейчас провалимся вниз и не умрем. У нас же бессмертный хряк. В общем, такой баг, наверное, вы тоже не воспроизводили. Это интересно. Всякие такие вещи открывать. Так, сейчас я еще раз за карту вылечу. Может, куда-то в другое место зашвырнет. Эй, чил, комрад. Давайте, да, попробуем еще разочек. Ну да, просто телепортируют сюда. Попробовать еще можно в другом месте за карту вылететь. Везде, в принципе, большие границы и высокие. Но может попадется что-то. Например, взобраться на стену, да? Так, и со стены. Хотя там на этой стене нельзя стоять. Возвращаемся. Самый лучший способ преодоления стен. Вот мы и на крыше. Эй, чил, комрад. Так, он выжрал аптечку сам. Я его не просил. Вот так тоже можно забраться. You are now standing right next to a shelter. Useful little things for when the coward get close to it and прям в припрыжку. They offer around 100 points of armor. Most vehicles and machines are used in the same way. So press the triangle button again to get out. When you're finished here, at your last kit. Все? Да, похоже, все. Хотя нет, если там можно по тому же мостику взобраться, то можно.
С динамитами, в общем, было весело. С ними бы я вот смотрю, где-то еще поэкспериментировать, чтобы за карту вылететь. Но везде высокие слишком горы. Ну, можно... Можно пробовать все равно. Я и так доплыву нормально. Не надо мне эти мосты. Так, а что там внутри? Ничего? Ага, супер. Нормально разминировал. В общем, ладно, хватит его мучить. Я думаю, больше каких-либо приколов мы не обнаружим. Даже взяв базуку. Хотя на базуке можно летать, но... Я имею в виду, под себя стреляешь. И куда надо, залетаешь. Давайте посмотрим, насколько лихо он летает. И на этом закончим. Есть задача. Забраться на стену. А ну давай, базука! О! Да, он спускается со стены, это все уже считается территорией за картой. Сейчас базука поможет полететь нам искупаться. Ну давай. Battle is swinging, нет? Ух. Hey, chill, comrade. Ага, это этот мостик. Я его с тем перепутал водоемчиком. Так, ну знаете, да, что если, например, вам нужно преодолеть какое-то препятствие, и у вас много жизни, то базука! Вот в таком формате. Это почти реактивный ранец. The Red Army rocks. Хочу нырнуть и заплыв нормально осуществить. У меня есть базука. I look very good with this weapon, yet? И в бассейн. Вот это круто. Так, а мы с базуки перелетим так на тот берег. Во, шняк. The Red Army rocks. Так, и отсюда попробуем поразить цели, которые нам необходимы. Где они, там? Или... Так, я не понял. Тут были гранаты. Ну да, вот там они. Сейчас, ладно, пристреляемся. You guys shoot me next, да? Нет, 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 baby. Должен дать больше очков, если я поражу цели. Так. Где вторая? С этой позиции.
Это уже не выстрел новобранца. Выстрел ветерана. Вообще не видно их там. Нет, не попал, ладно. Значит, ближе. Значит, где-то вот там, наверное. Ага, понял все. Hey, chill, comrade. Word up, citizen, prepare for a banging time. The Red Army rocks. Ну чуть-чуть. Чуть-чуть вот так. О, нет, это сильно вот так. Hey, swinging cat over there. Catch this. Ура! Да, вот сколько чудес можно на тренировке, друзья, совершать. В следующей части продолжим одиночные миссии. We'll be right back.